Во дворце спорта в понедельник состоялся второй матч по хоккею с шайбой между хоккейными клубами «Кулагер» и «Номад». На этот раз петропавловский коллектив уступил соперникам со счетом 4-2. В турнирной таблице на данный момент хоккейный клуб «Кулагер» стоит на 8-м месте, клуб «Номад» – на 3-м. 11 и 12 февраля североказахстанская сборная встретится с командой «Бейбарыс» из Атырау.